Тинкай, Шагун. Столкнулись. Тинкай. Столкнулись. Тинкай. Я стою на месте, не двигаюсь. Мяйся! Катаха дари. Не держит, да? Вот серединка ладошки должна все время касаться его руки. И тинка. Сделай так, чтобы я успевал. Меня больше, больше, больше. Вот, вот, да. Привычка. Цинка. Вот серединка ладошки я все время должен касаться. Как бы он ни делал. Да? Не так. Не так. Делай медленно. Это моя задача. Если я такой... Я ленивый. Никто с вами заниматься не будет. Никто не хочет заниматься с плохим партнером. Вот если вы хотите учиться айкидо, вы должны работать. Вы должны работать на своего уке. А не так, сейчас я сейчас буду вот такой, мне все равно. Да. Время вот там, сколько там времени, да? А теперь, когда он, давай, держи меня. Нет, с вами никто не захочет заниматься. Если вы плохой партнер, все от вас будут убегаться. Вы будете кланяться, они будут отворачиваться в сторону, будут смотреть, что вас не видят. Поэтому это нужно работать. Уке не отбывает срок. Да? Уке очень такой же активный участник процесса обучения, как тариф. Для вас будьте работать хорошо. Мы вдвоем держим один предмет. Да? Это обоих задача его сохранить. Да?
Это обоих задача, не надо. Да? Обоих задача, да, этот предмет не потерять. Поэтому здесь вот тот, кто уке, это не так, что я эту руку убираю, а он должен как сумасшедший бежать. Я чувствую, что он может. Да? Я чувствую, насколько он может двигаться. Да? Я сейчас не бездушный, я чувствую, как это сделать, чтобы он не потерял. Тоже мы вдвоем. Да? Мы растопырьте пальцы. Вот, самый лучший вариант. Да? Растопырьте вообще пальцы. Да? Растопырьте эти пальцы. Делаем еще. Кота подари. Захват. Да? Кулька. Кота подари. Кулька. Не остается на линии. Да? Старайтесь дозировать, да? Не надо, чтобы он сейчас тут бегал вокруг вас. И кинка, старайтесь дозировать, да? Чтобы не терять. Вперед. Если мы можем сделать несколько поворотов, поделать несколько поворотов. Контакты дари. Сидели. Контакты дари. Посмотрите его лоб. Это не такое. Нет. Прицеп. Отсюда. Сзади встанет. Что мы учим? Я должен успеть. Я это быстро дышу. Мы опускаем руки после поворота. Мы его опустили. Не останавливаем, не остаемся здесь. Опускаем. Партнер, чтобы он не падал. Все.
на одной линии. Виталий взял, типа, вот, начинает по линии. Взял и ушел с этой линии. Да? Вот у меня открылась дорога. Я двигаюсь по одной линии. И он меня посадил. И здесь я стараюсь вставать. Я не сижу вот так, вот меня не посадили здесь. Я не сижу здесь. Я сел, и потом я начинаю вставать. И он на этом работает, на подъеме. Вперед, делай.
бы возвращается, да? Как бы даже если такое получается, здесь движение не закончилось. Вот если вы даже его куда-то там потеряли, он возвращается к нам. Продолжит атаку. Это не значит, что сейчас он укатывается. Но... Локоть внизу, кисть вверх. Локоть, не поднимаем локти. Локоть внизу, кисть вверх. Значит, давайте сейчас следим, чтобы наши локти не были вверху. Локти внизу. Рука в голове. Рука в голове, локти прижаты вниз. Локоть внизу. Рука тут, не та. Да? Вот поделайте несколько раз. Еще хочу один момент показать. Посмотрите на мою голову. Я вот головой сгибаю локоть. Не поднимайте вот сейчас вот вверх, не надо. В своей голове и как накрутить труба, его руку вокруг своей головы. Еще раз, локоть внизу, руку не поднимаем. Делаем. Если мое движение слабое, ты идешь сюда и остановись. Нужно, чтобы оно было, чтобы его хватило, чтобы силы хватило, чтобы человек туда пришел и вернулся обратно. Начните с локтем. За локоть. И сюда. В своей голове. Не выше. Посмотрите, если у меня недостаточно инерции, он у меня там останавливается. Все. И мне нужно поворачиваться самому, попросящий канал. Если ваше движение будет сильным, то оно будет сильным. У него хватит инерции, чтобы пойти туда, обратно. Немножко делайте ее сильнее. Да? И просите партнера, чтобы он двигался сейчас. Чтобы вы могли, даже не доработав немножко, понимать это движение. Конечно, если он где-то там мешок с кирпичей с собой тащит и вам мешает, вам тяжело. Но просите сейчас партнера, чтобы он двигался. А потом вы, когда поймете это движение, вы будете его усиливать. И оно у вас будет получаться. Делаем еще.
именно что себя. Не поднимаем сейчас кисть высоко, оставляем ее внизу. Мы сейчас недалеко, мы сейчас близко. И мое движение я провоцирую даже. Не вот он сидит, а я провоцирую. Да, тело мое. Я не делаю это руками. Да? Я начинаю шагать телом. Вот моя рука, и эта рука вторая. Что мы уже приходим? Я успеваю войти в его так.
быть пружинить. Делать. Да? Вот. По пружине. Не ломайся. Центральная линия, не мимо. Ты меня уводишь от центральной линии, сразу разрушаешь. На, вот это. Вот, да. Да. Да? Так мы немножко попружинили. Нет, ты пружинил. Нет, так. Вот, вот, да, да, вот, вот оно, вот оно, да. Не такое, что он мне делает, и я такой сразу. Да? Ты делаешь. И не ломай меня сразу. Да? Попружини. Пружини. Не будьте вот здесь с вами работают, и вы сразу дали. Нет, я хочу. И тут я хочу. Да, и тут я, и тут я, и тут я сопротивляюсь. Ну, давай, не знаешь, что тут стали как 28 панфилосов нас. Нет, ну давайте немножко партнеру, да, чтобы он, ему было с чем работать. Вперед. Чтобы он не работал с каким-то. Что случилось? У меня вообще полноценные руки. Что это полноценно держит, что это не так, что это держит, а это неизвестно где. Или наоборот, это держит, это. Мы сейчас учимся на контакты с руками. Да, вот это сейчас ваша главная вещь. Да? Я тут должен быть сильным. Не так, как рука куда-то там улетела. Она не работает. Если она улетела, она не работает. Две руки одинаковые, сильные обе. Вперед. Мы сидим рядом. Мы сидим рядом. Ближе чуть. И я не делаю вот так. А? Я делаю... Сейчас. Я делаю тело. Да? Я делаю тело движение. Не идем руками отсюда. Так, идем. Нет. Я тут вам. Да? А мы, представьте, что у меня щит. Я такой, о, закрылся. Закрылся щитом, подкрался к нему. И движение. Тихий черепах. Да? Закрылся. Римский легион. Закрылся. На каждую хитрую задницу есть. Thank you.
Идем. Из этого движения максимально возможные. Возьмите. Не спешите сразу его здесь брать и хватать. Не надо. Из этого движения максимально. Все. Больше ничего из него выжать нельзя. Что мы можем, да? Вот наше движение. Мы пошли, мы разрушаем его равновесие. Вот здесь, даже когда мы разрушили, мы продолжаем, да? Эта рука не останавливается. Вот эта рука не останавливается. Да, вот мы делали. Сюда. Да? Сюда. Сюда. Еще ниже. Сюда. Ниже. Вот теперь смотрим. Раз. И продолжаем. Здесь у нас взялась, а эта рука... Она не отпускается. Вот сейчас некоторые люди делают. Они сюда пришли, взяли, потом что-то делали. Нет. Вот она. Движется, 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 движется. Движется, 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 движется. Вперед, делаем еще. Все.